Чуть меньше двух дней осталось до самого значимого события в жизни страны – выборов президента Российской Федерации. По этому поводу ведется все больше разговоров и дискуссий. Специалисты пытаются предугадать развитие предвыборной гонки. Ну а жители России все внимательнее присматриваются к кандидатам. Их, к слову, 8 человек. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, коммунист Павел Грудинин, самовыдвиженец Владимир Путин, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, Борис Титов от партии «Роста», председатель партии «Рос» Сергей Бабурин, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и член политсовета партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак. Как отмечают аналитики, на протяжении последних десятилетий явка избирателей по всей стране непрерывно снижается, и этот год не станет исключением. Эксперты предсказывают в среднем всего лишь 58% от общего числа граждан России, которые в этот день посетят избирательные округи. И как раз для того, чтобы повысить явку избирателей на выборах, администрация президента подготовила фотоконкурс «А я пойду», который пройдет во всех регионах, в том числе и в Бурятии. Чтобы стать участником, нужно сделать селфи с избирательных участков при помощи специальной фоторамки и выложить их в соцсети. Победители получат яблочные гаджеты. Данный конкурс заключается в том, что вы идете на выборы, даете свой голос за своего кандидата и можете получить возможность выиграть iPhone. Что нужно для этого сделать? Условия очень простые. Вы подходите к фотозоне, где будут установлены вот такие баннеры «А я пойду». Делаете селфи, ставите хэштег «А я пойду», нижнее подчеркивание «Улан-Удэ», и набираете наибольшее количество лайков. Кто больше наберет лайков в нашем городе, тот получит iPhone. Айфонов у нас несколько, то есть за первое и второе место у нас 8 айфоны разыгрываются, за третье, четвертое, 7. Также у нас за 5 место разыгрывают сертификат «Ночной клуб Z-Club» на сумму 10 тысяч рублей. Победителей будут определять при помощи голосования. Оно продлится до 22 марта, а уже 25-го подведут итоги. По словам организаторов, цель данного конкурса – сподвигнуть избирателей в возрасте от 18 до 39 лет исполнить свой гражданский долг, а также создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках. Стоит отметить, что подобный прием уже возымел определенный успех у молодежи. Буквально вот сегодня я ехала в маршрутке, увидела в Инстаграме пост у своего друга о том, что будет такая акция «А я пойду». Я заинтересовалась, и оказалось, что там можно будет выиграть iPhone. Я, как активный пользователь Инстаграма, просто обязана поучаствовать в этом конкурсе. Я обязательно позову туда своих друзей, может быть, мы большой компанией даже выиграем данный приз. Отметим, что на территории Улан-Удэ подготовлено 175 избирательных участков, в том числе 14 в местах временного пребывания избирателей. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Эта дата не случайна, она совпадает с 4-й годовщиной присоединения Крыма к Российской Федерации. Приходи на выборы, участвуй в конкурсе и получи свой iPhone.